при включении все вот так вот все начинает мигать, да, проверка работоспособности системы. Готов написано. И что тут у нас, попробуем понять интуитивно, так как инструкции ни хрена нет. Ну вот это, я так понял, это тормоза. Вот я нажимаю задний тормоз, видите, загорается тормоз, да, и загорается рядышком сразу вот эта штучка, которая сверху, так понимаю, это рукоятка газа. И я так понимаю, что она блокируется. Либо это отсвечивает просто от знака тормоз. Что будет, если нажать правую рукоятку тормоза? То же самое.